Chasey Lane. I wrote to explain I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick. Привет всем, меня зовут Дмитрий Ступин, и это видео специально для конкурса «Коктейль Мастер 2012». Календаре 16 марта, в Мурманске по-прежнему много снега и довольно-таки холодно. И нам надо чем-то согреваться, и в этом нам помогает ром Гавана Клаб. Иногда трешечка, иногда семерочка. Сегодня я приготовлю вам коктейль на основе восхитительного 7-летнего рома. Потребуется заварить чаек. Я взял черный ягодный чай. Затем мы берем сковородку, выкладываем на нее свежий апельсинчик из цедры, добавляем 5 ягод свежей малины, посыпаем все это сахаром, и ставим на плиточку. И ждем, пока у нас фрукты дадут сок и расплавится сахар. Dear Chasey Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of... Когда фрукты у нас дали сок, мы добавляем 15 миллилитров рома и поджигаем. Когда фрукты у нас готовы, мы освобождаем наш бокал, который нагрелся, и выкладываем туда фрукты. После этого мы добавляем 7-летний ром, 40 мл. Добавляем ликер Шамбор 20 мл. Добавляем специи, палочку корицы, пару гвоздичек, немного мускатного ореха, ложку меда. И все это заливаем нашим чаем, который уже настоялся. И перемешиваем. Для украшения я возьму половинку апельсина, добавлю немного снега в нее, чтобы показать, что мы находимся на севере. Немного ягод свежей малины.
палочку корицы, немножко мяты и все это посыплю сахарной пудрой. Представляю вам свой коктейль «Северное сияние». But you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Now show 'em them titties. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC, this is my mom and dad. Now show 'em them titties. Show 'em them titties. Would you fuck me for blow? You have my gear, you have my gear. Отлично. Я не знаю просто. Зато слух какой.